Вы учите нас честно жить и строго, не воровать, не лгать и не грешить. Сначала дайте нам пожрать немного, а уж потом учите, как нам жить. Zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden, damit fängt es an. Трехгрошовая опера. По мотивам пьесы Бертольда Брехта на музыку Курта Вайля. Режиссер Пабст. Раз навсегда уже запомнить вам пора. Сначала хлеб, а нравственность потом. Добиться надо бы, чтобы голь сначала от пирога хоть ломтик получала. В главных ролях Рудольф Форстер, Карола Нейр, Райнхольд Шунцель, Фриц Расп, Валеска Герт, Лота Ленье, Герман Тимих. А также Эрнст Буш, Владимир Соколов, Пауль Кэмп, Густав Пютье, Оскар Хёкер, Крафт Рашех, Герберт Грюнбаум. Мэкки. У акулы зубы клинья, все торчат как на показ. А у Мэкки нож и только, да и тот укрыт от глаз. Если вдруг на стренде людном тело мертвое найдешь, знай, что ходит где-то рядом, руки в брюки, Мэкки нож. Майер Шмуль бесследно сгинул. Он богатый был старик. Деньги Майера у Мэкки. Против Мэкки нет улик. Нож в груди у Дженни Таулер. Содрогнулся старый млад. Мэкки нож с невинным видом совершает променад. Мэкки мессер, дер фон аллем
А пожар в районе Сохо? 7 детишек наповал. Но вопросов, скольких Мэкки, Скотленд-Ярд не задавал. Как над Темзой и рекою косит смерть и людей подряд. Ни при чем чума и оспа. Мэкки вышел, говорят. Не разрешат ли дамы пригласить себя в гости? Сегодня вечером меня не беспокоить. Мэкки там? Нет. А можно нам с тобой, а? Отпусти! Официант? Отпусти. Я же все-таки дама. Или вы имеете дело только вон с теми девками? Передайте ему от меня привет. Субтитры
Лучший танцор в Сохо. Вставайте, танец начинается. Полный свадебный наряд. От Бракарта. Есть дело от капитана. У него свадьба. Сегодня ночью в 2:10. На складе номер 3 у Темзы. На британской верфи. Подарки за нами. Полный свадебный наряд от Бракарта. Вся мебель, кровать с балдахином, ковры и не забыть напольные часы. Передай это. И чтобы все было на высоте. Надеюсь, это его последняя свадьба. Передай это. Передай это. Передай это. Шефу лондонской полиции господину Брауну.
Мужик, подсоби-ка. Как раз вовремя. Будь оно проклято. Одна кража со взломом вслед за другой? Неужто ограбили Селфриджес? Никого не поймали? И зачем пришли? Это все, о чем вы хотите мне доложить? Вы что, не знаете, кто я, господа? Меня не просто так назначили шефом лондонской полиции. Каждую ночь по 10 краж, но никто не пойман. И как прикажете соблюдать спокойствие и порядок? Когда вы меня так подводите, а, господа мои? Вы подумали об этом? А как я подумаю о предстоящем праздновании коронации? Если вдруг хоть что-нибудь пойдет не так... Войдите. Что вам? Мы поймали грабителя с поличным. Вы поймали грабителя? Так точно. И что, он здесь? Так точно. Так ведите его сейчас же сюда. Сейчас я вам покажу, как надо поступать с подобными молодчиками. Войдите. Снять шляпу. Вас поймали прямо на месте преступления. А знаете ли вы, знаете ли, что вам это будет стоить нескольких лет жизни? А знаете ли вы, что в подобных случаях я совершенно решительно... В подобных случаях... Решительно. Я действую очень решительно. Так, быстро. Оставьте меня с этим человеком наедине. А вы? Вы... Хорошо. Ступайте. Ступайте. Нет, погодите. Сюда. Руки вверх. Есть там кто-нибудь? Здесь есть кто-нибудь?
Ни души. Здесь мы спокойно можем сыграть свадьбу. Билли Лоджин и Мэри Сайер поженились только и всего. Дай им Бог счастливого житья-бытия. Но придя оформляться в магистрат, сам не знал он, чей был на ней наряд, а она совсем не знала имени его. Видишь, какая луна над Сохо. Вижу, милый. Слышишь, как бьется мое сердце, любимый? Слышу, любимая. Куда ты? Туда и я с тобой. Где бы мы ни были, мы будем вместе. Мы в церкви с тобой не венчаны. Наша любовь на церковь плюет. Мы просто мужчина и женщина, а все остальное не в счет. Тарелку удалой, коль закончен обед. Что толку в ней с этих пор? В любви бывает лишь да и нет, а все остальное вздор. Der Teller von welchem du isst, dein Bruder, schau ihn nicht lang an, werf ihn fort. Die Liebe dauert oder dauert nicht an dem oder Нет, нет, подождите еще немного, уважаемый. Внимание! 2:10.
Ура! 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 Поздравляю, Полли. Поздравляю, капитан. Поздравляем! Да уж, постарались умники. Шампанское в фужерах для белого вина. Красота. Все это тоже краденое, Мэкки. Конечно, конечно. Жаль, что у нас нет квартиры, куда бы мы поставили эти милые вещицы. Это непростительно. Весь Скотланд-Ярд гнался за мной, капитан. Где напольные часы? Что, их нет? И это непростительно. Моя жена вне себя от гнева. Вы подвели меня. Так уж часто я праздную свою свадьбу. Ваше преподобие. Я так рада, что вы пришли. Это наш самый лучший день в жизни. Это девица Полли Питчем, которая выходит за меня замуж по любви и согласна быть моей подругой жизни. Поздравляем. Поздравляем, Полли. Поздравляем, капитан. Поздравляем. Как мило. Спасибо. Пастор, не доставите ли нам удовольствие отпраздновать это событие вместе с нами? Меня ждут на крестинах. По этому же поводу вы, наверное, очень скоро понадобитесь и здесь. Идиот, заткнись. Тут же моя жена. Так где напольные часы? Тащи сюда часы. Проводите его. Прошу прощения, ваше преподобие. Места тут неспокойные. Идемте. Сюда, пастор. Осторожно. Прошу прощения.
Я, собственно, не хотел сразу приступать к еде, а вы прямо сразу так и навалились на жратву. Я предпочел бы сначала создать надлежащее настроение. Я голодна, Мэки. У людей в такие дни обычно что-нибудь устраивают. Кто-нибудь из вас что-нибудь умеет? Там, за дверью. Никого нет? Мне что, все делать самому? Господа, если никто из вас не хочет выступить, я, пожалуй, сама покажу вам один пустячок. Браво, браво, просим, просим, браво, браво. Когда я невинной девчонкой была, я была ею так же, как вы. Я думала, если появится он, не должна я терять головы. И пусть богат он, и пусть любезен, пусть он в будни прилично одет, и пусть он знает, как обходиться с дамой, пусть. Я отвечу «нет». Я останусь холодна и даже не улыбнусь в ответ. Но, конечно, может быть, вполне прокачусь я с ним на лодке при луне. Но не больше. Не годится просто так ложиться. Нужно дать на этот счет обед. Ведь все может с тобой случиться. Когда сразу не скажешь «нет». Из Кента явился мой первый жених. Красив был, я знаю сама. У второго было три парохода, третий был от меня без ума. Каждый богат был, каждый любезен, каждый был прекрасно одет. И знали твердо, как обращаться с дамой. Но всем я сказала «нет». Я осталась холодна и даже не улыбнулась в ответ. Ну, конечно, могло быть вполне, что катались мы при луне. Но не больше. Нет, нет, нет. Не годится просто так ложиться. Я дала на этот счет обед. Ведь все может с тобой случиться. Когда сразу не скажешь «нет». Но как-то в прекрасный безоблачный день тот пришел, кто меня не просил. И повесил он свой плащ у меня в каморке. И в себе не нашла я сил. И не был богат он, и не был любезен, и даже в праздник был скверно одет. И не умел он вести себя как следует. Но я не сказала «нет». Не осталась холодна и даже улыбнулась в ответ.
Так и не пришлось мне ни разу покататься на лодке с ним при луне. Тут уже не до катания, нет. Тут уже приходится ложиться и забыть, что ты дала обед. Все случилось, что могло случиться. Но я не говорила нет. Очень мило. Здорово. Здорово. Как умеет ложиться. Добропорядочная дама, да? Мило, очень мило. Что значит мило, идиоты? Это же искусство, а ты лезешь со своим мило. У тебя великолепно получилось, Полли. Ну разве такая шваль что-нибудь понимает? Пантера Браун, я сам его видел. Hello, Джеки. Hello, Мэкки. Hello, Джеки. Hello, Мэкки. Мой дорогой, старина Мэкки, неужели нельзя было устроить все это где-нибудь в другом месте? Это обязательно должен быть чужой склад. Будь осторожнее, Мэкки, это взлом. Причем уже не первый. Джеки, я рад, что ты пришел на свадьбу своего старого друга. И с превеликим удовольствием. Да, я рад. И я поздравляю тебя с этим праздником. Не обижайся, Мэкки, но мне надо на службу. Короче, я пошел. Полли, подойди. Это Пантера Браун. Шеф лондонской полиции. Где мы с тобой только не были? В Индии. В бесчисленных схватках. А это Полли. Урожденная Питчем. Питчем? Питчем? Ты сказал Питчем? Полли Питчем. Это правда? Это дочь старика Питчема? Мэкки, ты что, увел у старого Питчема его дочь? Мэкки, Мэкки! Вот это да! Это же дочь короля всех нищих и попрошаек Лондона. Сударыня, у вас действительно было замечательно, но я вынужден откланяться. До свидания. До свидания, господин Браун. Адьё, Мэкки. Мне пора на службу. Ты же знаешь, что скоро коронация королевы. Если в это время что-нибудь произойдет, сам знаешь, я же за все это отвечаю. Ты даже не представляешь, что со мной сделают. Так что должен идти, до свидания. Момент. А что? В Скотланд-Ярде на меня что-нибудь есть? Ничего. Ни единой бумажки. Я же все устроил, Мэкки. До свидания, Мэкки. Ну что за лестница? Неужели нельзя было найти другой склад? Почище. Это правда был Браун? Да, мы вроде как связаны с крупными представителями власти. Короче, я имею в виду, что... Капитан, а сейчас гвоздь программы. Что еще? Еще один маленький сюрприз. Билли Лоджин и Мэри Сайер поженились только и всего. Но придя оформляться в магистрат, сам не знал он, чей был на ней наряд. А она совсем не знала имени его. Ура! Ха-ха-ха!
Леди и джентльмены, вы видели «Любовь и свадьбу» Полли Питчи. А сейчас я покажу вам могущество короля попрошаек. Или, как он сам себя называет, самого нищего человека Лондона. Питчем и компания, не будь глух к чужой беде. Всякий желающий заниматься нищенством в Лондоне должен выправить лицензию у Джонатана Питчема и компания. 20 шиллингов. 10 шиллингов, господин Питчем. 20 и 20% выручки еженедельно. Но, господин Питчем, у меня их нет. Дающему воздастся. Госпожа Питчем. Номер 314, район Бейкер-стрит. Одевайтесь. Экипировка Б. Пойдемте. Расчет, господин Питчем. Это что такое? Это 5 основных типов убожества, способных тронуть человеческое сердце. При виде их человек приходит в то противоестественное состояние, в котором он готов дать подаяние. Экипировка Б. А можно мне экипировку А? Экипировка А? Нет, это одежда молодого человека из хорошей семьи, видавшего лучшие дни. А почему же я не могу? Ну, с лучшими днями. Потому что собственной беде никто не верит, сынок. Если ты каждому будешь твердить, что у тебя болит живот, всем это противит, и вообще нечего спрашивать, одевайся. Прошу прощения, господин Питчем. Поторопись-ка, малыш. Я не собираюсь ждать с твоими штанами до второго пришествия. Простите. Следующий. Послушайте, я заплатил за новую. Полли. Скажи Полли, чтобы спустилась. Сколько раз я говорил, что у джентльмена обноски должны быть чистыми? Дырки заштопать, пятна залить стеарином. Если человек заплатил деньги, он должен быть уверен, что вызовет жалость. Неужели непонятно? Что это? Расчет. И это все? С такой культей. Я имею претензии. Это просто вонючий свинарник. Тут одна только халтура. Знаешь, мальчик мой, поищи-ка себе работу. Господин Питчем, но... Ах вы! Пошел отсюда! Следующий, пожалуйста. А как же... Как же... Да где же Полли? Пойду сам посмотрю. Может, она еще спит? Спит? О, Боже!
Полли не приходила домой? Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуй, Полли. Доброе утро. Да доброе утро. Что? Трость с набалдашником из слоновой кости? Да. Это же Мэкки нож. Боже мой. Доброе утро. Потаскуха. Помоги мне тут. Ты разведешься. Но я люблю его. Зачем мне разводиться? Ничего, я вам все подпорчу. Это не поможет. Когда любовь столь велика, то ничьи козни не страшны. Сейчас же. Увешиваешь ее платьями, шляпами, зонтиками и перчатками. А что взамен? Мэкки нож известный двоеженец и преступник. От него можно избавиться, лишь вздернув его на виселице. Вздернуть, говоришь? Неплохая идея. Надо только донести на него в полицию. Но его никто не может поймать. Я знаю, где его можно найти. Где? В Тарнбридже у потаскух. Понимаю. Мне очень жаль. Но сделать не могу ничего. Значит, полиция здесь бессильна. Тогда это будет чертовски несправедливо. Но то, что произойдет с вами. Со мной? Вы это о чем? Вы о чем? О чем это вы? Если вы не поймаете и не повесите Мэкки ножа, то во время проведения коронации разразится такой скандал, что вы лишитесь своей должности. Целая армия нищих попрошаек направится поприветствовать королеву. А тысячи бродяг перед собором – это не совсем праздничное зрелище. И выглядеть они будут не очень привлекательно. Не очень привлекательно? Да я всех их разгоню, а потом переловлю. Понятно? И как это будет выглядеть, когда по случаю коронации 2000 несчастных коллег будут разгонять дубинками? И хорошо это будет выглядеть, господин Браун.
Это будет отвратительно, господин Браун. Вы? Вы мне угрожаете? Это же шантаж. Я прикажу арестовать вас, господин Питчем. Где? Где мой звоночек? Я позвоню по телефону и прикажу арестовать вас. Если вы еще хоть раз скажете что-нибудь подобное. Я не преступник. Я всего лишь бедный человек, господин Браун. Но мы все бедные люди. Подойдите, мой бедный господин Питчем. Вы не можете не согласиться, что человека можно повесить только, если он у тебя есть. Ведь верно? И поймать человека можно, если знаешь, где он. Господин начальник, я могу указать вам, где он. Как-никак, теща должна знать, где может прохлаждаться ее зятек. Он у дамочек в Тарнбридже. Где? Да у шлюх в Тарнбридже. Где? Своей головою никак не проживешь. Увы, своей головою прокормишь только вошь. В человеке скуден хитрости запас. Где вам видеть, люди, как дурачат вас? Составь прекрасный план, своим умом блесни. Составь другой, а толку-то? А толку-то ни-ни. В человеке скуден подлости запас. Но идеалы, люди, украшают вас. За счастьем ты бежишь, но лучше погоди. Настигнуть счастье ты спешишь, а счастье позади. Скуден в человеке скромности запас. И наша воля, люди, лишь дурачит нас. Пункт 8. Что касается сейфов на Оук-стрит, то брать надо только наличные, никаких ценных бумаг. Это точно, биржевым мошенничеством мы не станем заниматься. Джимми II станет во главе группы, ответственной за взрывные работы. Джекоб Крючок. Если у него и дальше так будет, нам это только на руку. Ведь он остается без аванса. Правда? Секундочку. 3, 4, 5 часов, и это весь приход за месяц? Что-то маловато. Пункт номер 9. Ограбление 8:30. Во время салюта в честь коронации. Все в это время уйдут глазеть на этот спектакль. И там никого не будет. Это будет беспроигрышное дело. Мэки. Полли. Что с тобой? Говори. Мэки, сейчас же собирай вещи. Что за бред? Что случилось? Мэки, тебе нужно скрыться. Я была у Брауна, и мой отец тоже там был. Они договорились тебя поймать. Мэки, ты должен немедленно собрать вещи. Что за глупости собирать вещи? Лучше пойди сюда, мы займемся кое-чем другим, а не вещами. Нет, не сейчас. Послушай, Мэки, Браун сначала держался, но потом он сломался.
Он просил тебе передать. И что он мне передал? Он ничем не может тебе больше помочь. Да ну, на Брауна я полностью могу положиться. В Скотланд-Ярде на меня ничего нет. Может, вчера ничего и не было, Мэкки. А вот сегодня там на тебя уже целая куча всего. В Винчестере ты якобы соблазнил двух несовершеннолетних сестер. Они сказали мне, что им за 30. Значит, сразу с двумя, да? А твой отец не промах. Это его благодарность за то, что я женился на его дочери. Ну что ж, раз мне приходится сматываться, дела вести будешь ты. Господа, я вынужден предпринять небольшую поездку. Именно сейчас, перед коронацией? Но коронация без вас — это все равно, что каша без масла. Я временно передаю руководству предприятием моей жене. Но как же брать банк под руководством этой курочки? Захлопни пасть! В общем так, если дело с банком выгорит, то мелочевкой больше заниматься не будем. Никаких грабежей на улице. Мы будем настоящей бандой. И работать будем в Сити. Ура! Ура! Да здравствует капитан! Вот здорово будет! Здорово! До свидания, ребята. До свидания, капитан. До свидания. Не разрывай мне сердце. Останься со мной. Мы будем жить счастливо. Я сам себе разрываю сердце, но я должен уйти. И кто знает, когда я вернусь. Мы так мало были вместе. Разве мы больше не будем вместе? В других городах. Не забывай меня, Мэкки. Я не забуду тебя, Полли. Поцелуй меня, Полли. И не ходи к другим женщинам в Таунбридж. Я люблю тебя одну. Адье, Полли. Адье, Мэкки. Теперь руководить буду я. Наш капитан может ехать со спокойной душой. Думаю, мы справимся с делом. Что думаете, господа?
Все получится. Правда? Господа. Конечно. Мне, в общем-то, добавить нечего. Вот только не знаю, сумеет ли женщина справиться с этим мужским делом. Я не хочу обидеть вас, сударыня. Ах ты, дерьмо! Попробовал бы ты меня обидеть. Эти господа спустили бы с тебя штаны и всыпали бы тебя как следует. Не правда ли, господа? Я, конечно же, не хотела тебя обидеть. Она это серьезно. Можете мне поверить. Здорово. Капитанша за словом в карман не полезет. Браво! Браво, браво! Да здравствует Полли! Итак, расчет по четвергам. Господа, проваливайте. Дженни, тебя там кое-кто ждет. Какая красота! Коронационное платье королевы. Оно стоило 7000. Представляешь тогда, какое у нее нижнее белье? Думаю, королеве оно и не нужно. Интересно, придет ли сегодня Мэкки? Думаю, он больше никогда не придет. Разыскивается Мэкки Нош. Вознаграждение 100 фунтов. Он отнял у меня мою дочь. Женился на ней. Женился? Да, прошлой ночью. Без моего благословения. Ах так. Если он сегодня появится у вас, дашь мне знать. Привет, мои крошки. Мэкки! Мэкки! Хорошо, я дам знать. Мэкки, как же ты решился прийти? Мой кофе, пожалуйста. Ты что, не читал обвинения? Я в курсе, но сегодня же четверг, мой день. Не стану же я из-за всякой ерунды отказываться от своих привычек. Добрый день, Мэкки. Поздравляю тебя с женитьбой. Обижаешься, что тебя там не было?
Извини. Дженни, иди сюда. Ладно, Дженни, иди сюда. Да, Дженни, погадай ему по руке. Дженни, почему ты так глядишь? Только хорошее, пожалуйста. Мэкки, когда зазвонят вестминстерские колокола, тебе придется туго. Шляпа и трость. Я ухожу. Мэкки, Мэкки! Мой пиджак. Погоди, останься, когда ты еще придешь снова. На вас я могу положиться. Я стаканы мою вам здесь, господа, я стелю вам потом постели. И вы пенни мне даете, вы в расчете со мной. И мои лохмотья в виде такой трактир дрянной. Как вам знать, кто я на самом деле? Но настанет вечер, и крик раздастся с причала. И вы спросите, что это за крик? И когда я засмеюсь, вы удивитесь, почему я смеюсь в этот миг. И у пристани станет 40-орудийный 3-мачтовый брик. Не весело станет вам, господа. Будут стены треща валиться. И сравняется за ночь весь ваш город с землей. Уцелеет от обстрела лишь один трактир дрянной. И все спросят, кто сумел там скрыться. Не умолкнет гомон до рассвета у трактира. Чье же это будут спрашивать жилье? И увидев, как я выйду рано утром, закричат. Они щадят ее. И поднимет свой вымпел. 40-орудийный 3-мачтовый брик. И матросы в этот вечер на пристань сойдут, чтобы суд справедливый править. И куда бы вы ни скрылись, вас матросы найдут. И связанных сразу ко мне приведут. И кого же мне из вас обезглавить? Будет в этот вечер тишина у причала. И я скажу, обезглавить всех. Острый меч сверкнет при лунном свете.
И когда покатится голова, я скажу «Гопля!» И умчится со мною в 40-орудийный трехмачтовый брик. Дженни, ты помнишь то время, когда моя звезда еще не взошла над этим городом? И хотя сейчас Мэкки Нош, я всегда буду помнить тебя, Дженни. Что еще может сказать джентльмен? Добавить тут нечего. Мэкки, ты должен бежать. Тебя предали, Мэкки. Неужели в этом свинарнике так не сделали второй выход? Хватайте его. Он выпрыгнул в окно. Ты все еще спешишь? Не имел чести знакомиться с вами. Не тебя ли это ищут? Пустяки, подождут. Я живу тут, неподалеку. Да что там такое? Не знаю. Пошли. Пичем! Пичем!
Он сбежал. Сбежал? Эти девки дали ему сбежать. Девки, говоришь? Девки. Нет, это все Браун, а не девки. Это пантера Браун дал своему дружку сбежать. Что ж, браво, Браун. А мы тем временем позаботимся немного о королевском кортеже. Мы только познакомились, а ты уже уходишь. Прости. Дела. Заходи еще. Конечно, конечно. Хотите спросить, стоила ли она того? Идемте, господа. Леди и джентльмены, вы видели, как хладнокровен и легкомысленен Макинтош. А сейчас я покажу вам, как может обернуться ситуация благодаря уму и находчивости любящей женщины. И такого схода не ожидаете даже вы. Господа из наблюдательного совета. Уважаемые члены наблюдательного совета, можно банк ограбить, а можно при помощи этого банка ограбить других. Выбрать путь солидного и законного предприятия. Как любил говорить мой папа. Вот что говорил мой папа. Какой дурак согласится сегодня быть грабителем, когда у нас есть законы? Если бы мой муж, прошу прощения, глубоко уважаемый господин генеральный директор, не был бы вынужден скрываться в чужих землях, я уверена, он бы одобрил то, как мы повернули дело. Браво, Пали. Мы выкупили этот небольшой банк, чтобы поработать с кошельками простаков и... Опустошить их. Вот тут и начинается серьезный бизнес. Мы, уважаемые господа, члены наблюдательного совета, должны будем приложить все наши усилия на завоевание доверия населения, дабы расширить наш институт кредитования и упрочить его позиции. Браво, великолепно, замечательно, браво. Благодарю вас, господа. Просто превосходно, браво. Как умно! Великолепно! Браво, Поли, браво! Хочу заметить, что на нашей фирме могут работать только сотрудники высшей категории. Грабить на улице и щипать карманы может каждый дурак. С романтикой покончено. Начинается серьезная жизнь.
Кому это не по плечу, досрочно уйдет на пенсию и без выходного пособия. Всего хорошего, господа. Мужики, нам есть чему поучиться. Здесь, мистер Браун. Хотите его увидеть? Нет, боже упаси. Сделайте это сами. Смит? Да? Накормите его. Хорошо. Смит. И по высшему разряду. Смит. Вина, разумеется. А сигареты? Конечно. И сигареты, конечно. Кстати, Смит, он же курит только сигары. Держите, передайте ему вот эти сигары. Тут слишком много. Он не успеет их выкурить. Смит. Ах, Смит. Добрый день, Мэки. Добрый день, Смит. Браун ничего мне не передавал? Он очень расстроен. А тут еще эта предстоящая коронация. Слушай, Смит, а ты не можешь снять с меня эти тяжелые браслеты? С твоего позволения, я бы хотел присмотреть парочку более удобных. Уж больно эти тяжелые. У нас здесь на все свои цены. От одной гинеи до 10. Все зависит от того, сколько вы сможете дать. И сколько это стоит? 15. Спасибо, капитан. Чего изволите на ужин, господин капитан? А что у вас подают? Нет, нет, это не с тюремной кухни. Вы можете заказать все, что хотите. Это что ж, предсмертная трапеза, что ли? Вот, капитан, теперь вы можете свободно двигаться. Это другой капитан. Ну что ж, господин капитан, чего изволите на ужин? Вы, кстати, можете полностью положиться на мой вкус. Не будь глух к бедности. Да, да, верно. Присылай всех сюда. Да. Второй квартал готов. Да, все идем туда. Встречаемся у Вестминстера. Собираемся и пошли.
Да, слушаю. Хорошо, хорошо. Десятый квартал готов. Десятый готов. Равно 8 люди из 4-го квартала должны подойти на Нельсон-стрит. Но у них там настоящие коллеги. Они не успеют туда добраться к 8. Они должны. Жертва военного произвола. Самые безобразные пойдут по краям. Вы поняли меня? По краям. Дабы высокочтимая публика имела возможность созерцать эту красоту. Вот выступает вооруженная охрана королевы. Мы тоже готовы. Они затопчут нас лошадьми. А для чего же еще они там нужны? А если они будут в нас стрелять? Господа! Господа! В эти минуты 1432 ваших собрата дружными рядами направляются к королеве, чтобы засвидетельствовать ей свое почтение. И показать весь блеск этого торжества. Если бы не я, вы бы давно околели в Тарнбриджских трущобах. Сколько бессонных ночей я провел, прежде чем додумался, как выколачивать пенни из вашей бедности. Я, наконец, сообразил, что богатые люди способны сеять нужду и горе, но глядеть на это не в состоянии. У них каменное сердце, но слабые нервы. И сегодня мы их нервы щадить не будем. Мы доведем их до исступления. Ведь нас с вами они считают отбросами общества. Господа, не бойтесь. Королева не допустит, чтобы на калеку подняли палку. Вперед! Вперед! Прекрати, Пичем, прекрати! Что такое? Мэки Нож теперь президент банка. Отзови своих людей. Полли сидит на первой трибуне. Сейчас. Стойте! Назад! Сейчас же остановитесь! Вы сумасшедшие! Стойте! Назад! Стоять! Стоять! Стойте! Назад! Назад! Будьте благоразумны! Стойте! Будьте же благоразумны! Стойте! Составь прекрасный план. Умом своим блесни. Составь другой. А толку-то? А толку-то ни-ни. В человеке скуден подлости запас. Doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug. Повторяю, необходимо срочно обналичить 3000 фунтов. Обязательно. Поняли? Нервничайте, господа. А я спокойна. Надо же, Пантера Браун, его лучший друг, а отдал приказ о его аресте. Это, наверное, что-то значит.
10 тысяч фунтов необходимо срочно доставить шефу полиции. Я доставлю. Нет, я доставлю. Я доставлю. На улицах неспокойно. Именно поэтому я доверю это надежному сотруднику банка. Одиннадцать часов, господа. Почему вы еще не на бирже? Стойте! Вы что, не слышите? Сейчас же остановитесь. Послушайте. Они же будут вас стрелять. Стойте! Прекратите! Они будут в вас стрелять! Стойте! Исключено. В этот блок посетителей не пускают. Да ладно, Смит, пусти меня. Джейн, если тебя здесь кто-нибудь увидит, то я за это не отвечаю. Смит, любимый, я сейчас же уйду. Просто я хочу еще раз на него взглянуть, на этого негодяя. Но, Дженни... Ну, мы же с Мэгги когда-то были очень дружны. Я знаю. Ну, Смитик, а мы тогда с тобой вечерком? Я не имею права этого делать. Мэгги! Чего? Ты что, приказ нарушил? Ужин, господин капитан. Спасибо. А ты не забыла напудрить носик? Ах ты, негодяй! Как ты можешь смотреть мне в глаза после всего, что между нами было? Да не ори ты так, дура. Ты думаешь, я не знаю об этой истории со Сьюки Тодри? Ваш ужин, капитан. Прекрати. С ума можно сойти от твоих воплей. Тише. Ах, Смитик, я так тебя люблю. Я все таю в твоих объятиях. Смитик, я просто поплачу немного, но буду любить только тебя. Дженни, Дженни, ну-ка, отпусти меня. Я не отпущу тебя, Смитик. Нет, не отпущу. Но, Дженни... Нет. Дженни, отпусти меня. Нет, я не могу. Я не отпущу тебя, нет. Нет, Смит. До свидания. Стойте, стойте. Отпусти меня, Дженни. Мэгги! Более 300 нищих идут по Пикадилли. Разогнать! Кордон на Бейкер-стрит прорван. Черт. Путь следования королевского кортежа перегорожен поберушками. Арестовать их! Арестовать их всех? Всех, всех! И разогнать! Разогнать! Дубинками! Бить дубинками! Только дубинками! Нет, стойте! Вы же не можете избивать тысячи нищих в день коронации! Это невозможно! У меня будет инфаркт. Что вам здесь надо? Я принес залог за Мэгги ножа. Что? Что вы принесли? Залог. Залог? За господина Мэгги ножа. За Мэгги? Ножа. Секундочку. Отойдите. Алло. Срочно соедините меня с блоком Б. Побыстрее. Слышите, говорит Браун, сейчас же выпустить Мэгги ножа. Что? Мэгги?
Сбежал? Сбежал. Погодите. Вот теперь идите. Привет! Идете на коронацию или как, капитан? Заткнись. Я же в бегах. В бегах? Но наш сотрудник передал сегодня за вас залог. Залог? Да. За меня? Да. Но я же сбежал. Вы сбежали? Но как же? Боже правый, 10 тысяч фунтов псу под хвост? Скажи, где в Сохо находится теперь мое бюро? Какое Сохо? Зачем нам эта дыра? Ситибанк. Пикадилли, приличное место. Пикадилли, говоришь? Да. Ситибанк? Да. Настоящий банк? Да. А вы теперь директор настоящего банка. Господин директор, идите прямо, пройдете две улицы, затем свернете направо. Господин директор, когда дойдете до магазина, поверните налево, не направо. Я так боялась за тебя, Мэкки. Те, кто были до тебя, просто безродные псы. И ты не забывала краситься каждый день, как будто я рядом. Да? Мэкки, я смотрю только на твои губы, и потому не слышу ничего из того, что ты говоришь. Ты мне ни с кем не изменял. Ты хорошо себя вела, Полли. Я тобой доволен. Ты еще не смотрел почту? Мэкки, давай оставим все дела на потом. Поцелуй же свою любимую малышку Полли и поклянись, что не изменял я никогда.
Думаю, нам следует переодеться, Полли. Празднование коронации уже началось. Полицейский кордон разорван. И королевский кортеж тоже. Перед Вестминстером толпа нищих. Закройте окна. Есть тут кто-нибудь? Алло, Джеки! Джеки! Привет, Мэки! Мэки! Мэки, я конченый человек. Сегодняшний скандал, Мэки, я теперь никто. А ведь я столько лет был шефом лондонской полиции. Не беспокойся, ты пришел по адресу. Нам как раз нужен еще один директор. Господин директор, и каковы будут ваши стартовые вложения? Вложения? 10 тысяч фунтов. Его залог. Я его забрал себе. Господа, учитесь. Ну, пошли. Присаживайся. Неразбавленный виски. Моя Полли. Господа, перед вами человек, который, гонимый праведным гневом королевы, все же поставил дружбу выше всего. И, несмотря ни на что, остался моим другом. Неисповедимы пути Господни. Понимаете, о чем я? Вот пришел он ко мне, к Мэкки ножу, как друг к другу. Да. Тут есть чему поучиться. Мэкки? А ты помнишь то время, когда мы с тобой? Ты солдат, и я солдат. Как мы оба служили в армии. Да, дорогой Джеки, вот это были времена. Джон завербован и Джимми взят. Джорджи в сержантском звании. Но в армии нет дела до солдат. В армии есть задание. От Гибралтара до Пешавара. Подушки Пушкина. Есть же новая. Желто-лиловая. Черного окраса. Нам попадется раса. То из нее мы сделаем котлету. Трам-там-там. Джонни мечтал раздобыть одеял. А Джимми от виски тошнило. Но Джорджи обоим напоминал, что не люди они, а живая сила. От Гибралтара до Пешавара. Подушки, пушки нам. Есть уже новое. Желто-лиловое. Черного окраса. Нам попадется раса. То из нее мы сделаем котлету. Трам-там-там. Джонни умер, и Джимми нет. И сгинул их начальник Джорджи. Но у крови все тот же цвет. Да и порядок вербовки все тот же. От Гибралтара до Пешавара. Подушки Пушкина.
Если уже новая. Желто-лиловая. Черного окраса. Нам попадется раса. То из нее мы сделаем котлету. Трам-пам-пам. Парарам. Беднейший человек из Лондона и богатый Мэкки Нош. Разве они не должны держаться друг друга? Самый бедный человек в Лондоне полностью обанкротился, мой дорогой господин Питчем. Впрочем, как и многие другие сегодня. Именно сегодняшний день и показал мне, какая это сила бедность. С вашими деньгами и моим опытом можно создать такое дело, такое крупное дело, какое себе только можно представить. Если вы столь могущественны, зачем тогда вам мы? Потому что вы и нам нужны. И вот наступает счастливый конец. Все схвачено, все без изъяна. И недаром счастливый этот конец, раз деньгами набиты карманы. Одних удел лишь мрак и тьма, а свет лишь избранным предподнесла судьба. Для них одних лишь солнце светит, а тех в тени никто и не заметит. Конец.